чтобы был сервис, чтобы была вешалка, чтобы не сидели люди в пальто, чтобы было зимой тепло, летом прохладно. Думайте, почему-то вот пищеблоки, о какие, да, приносят деньги, а вы теряете народ. Получаете барыши, а теряете народ и население. Вот в чем, так вот, как нам кажется, и мой товарищ Слава Говорух, когда был представитель комитета культуры, сейчас он опять стал. Не могу, говорит, я говорю, а что там делают? Да вот не могу, говорит, вся голосует против, все, не хотят, потому что куплены все. На Западе есть слово лоббировать, это лобби. Лоббирование то же самое, как коррупция. Понимаете? Закрывают дорогу каким-то законом.